Президент России встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, в числе которых и председатель правительства Республики Дагестан Артем Сдунов. Первый поток программы был запущен в июне 2017 года. Тогда в резерв было зачислено 74 слушателя, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также компании с государственным участием. Владимир Путин поздравил участников программы с успешным окончанием обучения, отметив при этом, что из числа выпускников первого набора 7 человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов важных субъектов страны. Нам очень нужны современные, думающие, умеющие формулировать задачи и добиваться их решения специалисты, причем во всех отраслях, и в производстве, в науке, в образовании, в медицине, в управлении. Мне очень приятно, что вы все такими и являетесь. В свою очередь, премьер-министр Дагестана Артем Сдунов отметил, что программа подготовки кадрового резерва страны была эффективной. Он также подчеркнул, что если в программе каждого участника оценивали индивидуально, то сейчас настало время дать оценку всему коллективу первых выпускников. Дело в том, что мы все приехали из разных регионов или федеральные органы власти, и в этой программе настолько было все многообразно, что каждый получал информацию для себя. Кто с регионов, они стараются информацию получить, быстро применить где-то на земле, приземлить ее. Кто с федеральных органов власти, они ее применительно ко всей России. Вот такой симбиоз, он очень эффективный. Вообще есть суждение, что знания передаются только от человека к человеку. И в этом плане нам очень повезло, потому что мы учились не только вместе, мы учились друг у друга. И это было каждый день. Несколько слов о той гармонии.